Друзья, и снова всем привет. Ну что, душа по спиннингу скучает. Отправились мы сегодня покорять Куршский залив. Я здесь на спиннинг вообще давным-давно не ловил. То есть мы в компании сегодня на двух лодках с Владимиром, с Константином. Отошли от берега порядка 8 километров. Ну и сейчас будем здесь крутиться, искать окуня. В основном хотелось бы поймать. Ну где-то что-то может быть и судак какой-то проклюнется. Так что попробуем. Как всегда, сами себе желаем ни хвоста, ни чешуи. И погнали. Утро такое выдалось, прям холодное, минус один. Здесь вообще никак нам весна не приходит нормально. Уже почки распускались, недели три назад начинали, и на этом так и остановилось все. Ну вот у Володи первая поклевка. Судак? Сошел, что ли? Ну, блин. Класс, класс. Так, это уже интересным становится. С ударом? Морозовый. Морозовый, как у тебя. Зубы, да, судак? Оп, есть. Что-то там есть. Больше на судачка похоже, на некрупного. Так не крупное что-то, фиг его знает. Сойдет так сойдет, по-моему, мелочь. Подобрал, не поклевка, ничего, не тычок, просто подобрал. Да, мелочь. Так что сам сходи. Я за окунем приехал. Эти судаки мне уже снятся. Такой 40-43 сантиметра где-то такой ни туда и ни сюда и не жарю. Да нафиг, даже мерить, ну, даже мерить нефиг. Такой вот, друзья, красавчик, такой переливается, красивый, зверь местных вод. Ладно, давай-ка его на подрост отправим. Ну, отработала, друзья, вот такая приманка от Альбертика. Такая. Давно у меня что-то такой модельки не было. От арбуз я вот это новое у него, да. Вот это, кстати, такой цвет в другой приманке. Прям года три назад мы 73 судака на двоих. Ну, и взяли из них всего два. Все, вот такой вот размер был. Да нет, не такой, вот такие даже вообще были шнурки, карандаши просто напили. 73 штуки мы с Саней бахнули. Это просто был трэш. Вот на именно желто-красный цвет. Это, ну, года три, наверное, или два назад. Ну, мы там душу отвели с Саней. Там просто уже кидаешь вот так, тяп-ляп, бамс, сидит. Уже даже неинтересно было ловить. Один раз мы так вот нарвались. Ну, правда, на самом деле мы, по-моему, два всего штуки. Ну, может, три взяли, что-то такое, ну, в зачете. То есть нарвались мы тогда на стаю шнуркопедов. Ну вот, друзья, для меня это первый судак Куршского залива. Ни разу в жизни здесь не ловил. Я в основном здесь как-то все по окуню. И здесь чаще окуня я всегда ловил больше на выползка. Он отлично здесь ловится на выползка. Причем даже лучше, чем на любую резину. Ну, рано или поздно сюда доберусь на выползка. Поэтому когда-нибудь видео на канале покажу. Ну а судак для меня здесь, ну, такое некоторое открытие. Пускай даже не крупный, но все равно класс. Опа, вот и Володя уходит от нуля, пока я тут чаи гоняю. Еще пока не уходит, но сейчас уйдет, наверное. Тоже огрызочек, напильничек. Так, а где окунь? Где окунь? Тоже такая же, ребят, приманка отработала, как у меня.
Все равно не без рыбы, во всяком случае. Хороший? Ого, нормальный. Бу, нифига себе, мы тут на судака напороли. Я тут пока камеры снаряжаю. Володя ловит. Нормальный. Опа, из пасти вылетела приманка. Офигеть, офигеть, друзья. Уже в зачете рыбина. Вот это номер. Так, ладно, надо завязывать, блин. Пока тут съемкой занимаешься. Да, друзья, пока я тут с камерами вожусь, тут штативы устанавливаю. Блин, уже 2-1 счет. Ё-моё, я тут что-то как-то... Ладно, начинаем работать. А то как-то так неинтересно. И прям под лодкой бахнул. Ну, да. Я видел, у тебя первая поклевка была. Потом здесь под лодкой. Баба. Догнал. Жалко, камера не была в этот момент включена. Прям такая поклевка классная. Блин, сошел. Опять без поклевки, без ничего. Просто прижал, подвис, ну и все. Чуть-чуть провез я его, полметра. Блин, зацепчики такие интересные здесь. Опа, фига себе, добрый, да, опять? Да. Опять арбузик? Да. Ничего себе. Нормально. Фига себе. Так, подсак. Да, теперь надо помогать, а не только видеосъемкой заниматься. Блин, как-то вот я тут застрял. О. Так, я готов, на готове. Там давит. Вот это нормальное что-то. Поехали. Куда стоять? Вокруг лодки. Сейчас он в другую сторону. Ай, блин, кукан. Ёлы-палы. А, вот этот, блин, ёлы-палы. Сошел. Не сошел? Нет. Блин, кукан еще зацепил. Нифига, он там кругами еще. Блин, добряка такого. Фига себе. Вот это номер. Такой двушничек. Около двушки где-то будет. Есть. С тычком, как положено все. Да, прям четкая поклевка в руку. Да нет, скорее всего, мелкий. Хотя фиг пойму. Не, ближе к лодке ничего так. Вроде бы. Может и в зачете будет. Зачетный. А я его отпущу как-то. Ни туда и ни сюда. Да, у меня там в морозилке есть. Они-то еще у меня есть. Он вроде и зачетный, но какой-то он бледненький. Жалко. Ну, друзья, вот так вот. Красота такая бахнула. Ну, вроде бы зачетная рыба, ну ладно, я брать не буду. Я вообще-то за окунем приехал, нафиг мне этот судак. Ладно, я его отпущу, пускай растет еще больше. Будет побольше, возьмем. В следующий раз. Фу, не, ну этот с поклевкой, все как надо, все, фух, четко, я прям доволен до пузырей. Но я хочу окуня.
Вот. То есть, ну, в любом случае, друзья, я открытие для себя Куршского залива по судаку уже сделал, потому что, ну, никогда я в жизни здесь не ловил до этого. Потому что классное открытие. Ловим дальше. А, на выбросе. Мелочь, а приятно. Знаешь, и поклевка прижим. Ага. Блин, глаз упал. Жалко. Подай. Манюша. Но и не туды, и не сюды. Опа, что-то было. Арбузик работает. Работает, работает приманочка вообще на ура. Опа, есть. Блин, сошел. Прикинь, опять вдогонку взял. Да, откуда-то вот за кормы там. Там грядка по рельефу какая-то. Ну, считай, за проводку две поклевки. Ну, в общем, друзья, вообще рыбалка кайфовая сегодня. Сейчас вот немного потеплело, нормально. Руки перестали мерзнуть, потому что с утра прям так морозец был. Вот. И повезло то, что такой залив Куршский встретить спокойный. Это такая большая сложность. Обычно, почему мы сюда и редко ходим? Потому что здесь, ну, большой размер залива достаточно. И даже небольшой ветер сейчас где-то, наверное, ну, метр, ну, два в секунду. То видите, уже какая волнишка небольшая присутствует. А когда уже там 5-6, уже все. Тут уже... Вот, ну, на спине ловить уже будет совсем некомфортно, ну, в отличие от Калининградского залива, который меньше по своему размеру, и, соответственно, его раздувает гораздо меньше. Поэтому сюда мы не так часто выбираемся половить на спиннинг. Но в любом случае погоду мы сейчас будем ловить. Я сюда еще хочу на окуня конкретно съездить, раз сегодня у нас никак с окунем-то не задается. Приехали за окунем, а клюет вот это вот. Уже поднадоел даже судак этот несколько. Всю весну на нем просидели, в общем-то. Ну, в общем, кайф. Сейчас вот солнышко начало пригревать немножко, хотя бы уже... Ну, сегодня обещали температуру десяточку где-то тепла. 10-11. Уже хорошо. Хотя у нас в апреле уже обычно 15-20, в конце, в самом апреле. И еще, друзья, радует то, что у нас заливы на удалении не менее километра от берега не подпадают под запрет. То есть спокойно можно выходить, ловить и, в общем-то, получать свое удовольствие. Что у нас спиннинг, реки у нас некоторые есть, на которых можно вполне успешно ловить запрет. Поэтому нам в этом смысле крайне повезло с местом проживания. Оп, сошел. Милое дело. Опа, есть. Есть. Ребята, это какой-то турбоклев начался, что ли, у нас? Красавец. Ух ты, красавец какой. А, такой красивый такой, как торпеда. Черненький. Грохнулся. Ну, вот такой вот, ребят, вполне уже зачетный судак. Не знаю, ну, такого я уже возьму. Надо хотя бы свеженького-то пожарить. Опа. Опа. Класс. Вот это у нас, ребят, какой-то чёс вообще, блин. Поклевки вообще регулярные. Ладно, поснимаю хоть. Мне кажется, надо это доходить. Подсак? Ну, он у тебя там.
супер гуд. Ух ты, блин, как бодается-то, бодается. Так, спиннинг в сторону. Да, красота, что-то там серьезное идет. Ну, это явно не забагренный, честный судак. Не, честный, честный, 100%. Он себя забагренный по-другому ведет. Ох ты, блин. Не скажу, что он огромный, но, блин, соперник, конечно. Ну, полторашка где-то, но соперник, конечно, серьезный. Да, ребят, вот эта рыбалочка, честно, блин. Я не успел даже по спиннингу соскучиться, тут меня опять вытащили на спиннинг. Я думал, все, до конца мая на судака больше не поеду. Тут ребята позвали. Думаю, надо... Пришлось ехать. Да, вот ребята позвали, тут пришлось ехать, тем более для меня новинка в любом случае. Хотелось здесь, конечно же, половить окуня, ловятся судаки, я, честно говоря, в недоумении некотором. Но все равно кайфуем, продолжаем рыбалку. Вообще, блин, вот это я понимаю. Поклевки регулярные, сходики, тычки, то есть, что еще для счастья надо? И погодка такая, ну, правда, такой залив поймать, это что-то с чем-то. Чтобы он полностью штилевой был, это вообще практически, может быть, одноразовое в год событие. Такого практически не бывает. Сколько на своем веку, помню, пару раз помню. Такой залив, чтобы прям идеально гладкий был штилевой. А сейчас погода как раз вот прямо судаковая. Вот он и ловится. А окуня нет пока. Ладно, я буду видос снимать. На следующем забросе Володя. Буду снимать. Так, ни туда и ни сюда такой. Не, маленький. Маловатый. Вот такой. Поехал домой. Так, ладненько, все, хороший видос снимать. Надо рыбу ловить. Опа, блин, сошел опять, елы-палы. Бах, такая четкая звонкая поклевка. Сошел. Вообще такая. Честно, я ее прозевал. Короче, рука с рукоятки слетела. И спиннинг слишком высоко поднял, и это слабину ему потом дал. Неожиданно такая дынц, прям звонкая такая, класс. Блин, вот это рыбалка, конечно, друзья, это просто трындец какой-то. Блин, поклевки чуть ли, ну, заброс, через заброс, через два заброса, но они постоянные. У меня сейчас буквально за два заброса три схода. А, за три заброса три схода, вру, не так сказал. Такая прям звонкая, прям в руку, вообще. Бахнул. Зараза такая, а. Поставил опять эту приманку нашу. Вот, но уже на 16 грамм, пофигу. Поклевка и сразу. Поклевка. Сразу же поклевка. Перепробовал, ну, несколько разных, других нифига. Решил, друзья, утяжелиться. Попробовать 16 грамм поставить, чтобы так постучать конкретно по дну. Перепробовал уже там таких-сяких разных окрасов, разной яркости. И на тебе, пожалуйста, как только поставил вот эту штуку, вот эту вот, сейчас покажу вам, друзья, чтобы понимали, такая красно-желтая.
Туна у нас сегодня просто всю рыбалку делает. Просто, блин, что уже не пробуешь, другое не хочет работать. А это прямо на ура. Я, если что, обратно к десяточке вернусь, а так чисто попробовать. Да-да-да. Ну, не снесло, просто отвернуло. Есть? Хер его знает. Да нету, сидит. Сидит? На сирень, что ли? Нет, арбузика. Опять, да, его поставил? Да. Опа, и я тащу. Да, вообще, ребята, это просто трындец какой-то. Бац-бац, вдвоем тащим, двойное вываживание. У меня он куда-то бегает. И у меня тоже сейчас бы с тобой не перехлестнуться. О. Малыш прижимал, смотри, за подбородок взял. Да, забагрил я. А, забагрил? Хороший. Ну, хороший, да. Он его цепанул, видно, сразу. Потом выпил. Вот такой вот, друзья, у меня малыш. Ай, иди расти, да. Не успел я покрасоваться с ним. Сбежал. Маленький судачок. Ну вот, это у нас и того сколько уже? 15 судаков, да? 13 было, и 2, 15. 15 уже. Да, друзья, это трындец какой-то. Уже 15. Офигеть. Вот сегодня у нас... Ну, фу, класс, класс. Была такая сейчас некоторая пауза в поклевках, начали уже перебирать приманки. Красота. Начали уже перебирать приманки. Володя сейчас обратно посадил на то, что клевало, а у меня, ну, вот такая вот сработала. Красно-черная. Причем одновременно у него поклевка и чуть позже у меня. Вот это я понимаю. Видите, друзья, что творится-то? У меня тоже под самую лодку сейчас было. Куда ты поехал? Тихо, 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 дружок. Ну, тоже хороший. Ну да, поклевка такая жадная. Прям приманка в шахте практически. Колхоз сетки едет проверять. Ну не подумайте, друзья, они сюда не на веслах пришли. Вон там их стоит баркас. Сейчас попробую добить на него. Вот там баркасик. Сейчас посмотрим, клюет у них что-нибудь или нет. Конечно. Тяжело, ребят, с такого расстояния сфокусироваться. Есть какая-то.
солнце лупит, блин, ни хрена не вижу. Поклевка четкая, друзья, в руку, класс. Опа, есть. Офигеть. На выбросе бахнул практически. А? А, не, ну включена камера, включена, пишет, пишет. Не все поклевки попадают, конечно, в кадр, не всегда, но что-то попадает. Жух. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Небольшой опять. 16-й красавец. На червя. Фиолетовый. Да, фиолетовый цвет. С красным хвостом. Давно я что-то червей этих не разлавливал. Десятка? Вот, ребят. Давно я на этих червей не ловил. Такой вот красавчик бахнул с такой поклевкой. Фига его покоцало где-то. Вон, видишь, у него чешуйки как-то назад, чем-то его так. Вот такой вот, друзья, красавчик. Ладненько, и этого мы отпускаем на подрост. Давно я что-то не пробовал на червячков ловить. Дай-ка, думаю, попробую. Бац, блин, со второго заброса поклевина на него. Класс, конечно. Поехали на рыбалку, поехали. Бахнуло, блин, нифига себе, вот это поклевина четкая. Офигеть. Офигеть. Прям как надо. Такая, блин. Сейчас, сейчас подтащу сперва. Ух ты, хороший. Ну, не хороший, но зачетный. Пойдем. Фу. Я, друзья, валяюсь. Это 17-й. Это 17-й просто. Мы уже сбились со счета, кто сколько поймал. Но общий зачет пока еще как-то ведем. Общий учет. Блин. Вот, друзья, вот такой вот красавчик. Ну ладно, еще одного себе на жареху возьму. Так уж и быть. Только вот сюда куда-то сместиться попробую. Давай, да. Поклевка. Да ладно. Серьезно. Сместиться, сместиться. Четко такая вообще офигенская. Прям таким со звоном. На легкую головку вообще так и классно ощущать эти поклевки. Совсем другие ощущения. На 6 грамм? Ну, вообще другие ощущения. Прям в руку, дзин, звонко так. На десятку вот совсем не то. Здесь прям бэмс. Вообще шикардос. Пока, наверное, не надо спешиться. Все, стоим на одной точке.
Опа, блин, сошел. Вот. А? Опять сел следом, друзья. Блин, нормально такая поклевина. Фу, офигенно. Блин, сошел. Две поклевки за проводку. Офигеть. И опять сел, прикинь. Просто начала приманка падать. После того, как он сошел. Еще даже обмотку, вернее, намотку не сделал. Блин, класс. Друзья, это какой-то кайф. Это просто... Фу. Зачетненько. Стой. Стоять, бояться. Ну вот, друзья, опять... Ай, блин, стой, дай это похвастаюсь. Куда? Ну вот, друзья, опять очередной зачет. Я вообще валяюсь от этой рыбалки. Это просто какой-то тринь. Бомбический. Да. Ребят, за проводку три поклевки. Просто бомс, сход. Бумс, опять тащу сход уже на полпути. Приманка начала просто падать. Он все равно ее догоняет и опять хапает. Ну это я, блин, давно у меня такого не было, такой рыбалки. Фу, класс. Ладненько, продолжаем. Это какой-то... Это у нас 18-й, да? 18-й судак у нас, друзья, сегодня. Просто, блин, на одном и том же месте. Ох, когда обычно трудовые рыбалки, когда, блин, руки болят от этого якоря, целый день тягаешь, места меняешь, ищешь, а тут ничего не надо делать. Встал и лови. Это не часто такое, конечно, короче говоря, друзья, бывает. Ну, это... Эмоции переполняют, просто переполняют. Это кайф, короче говоря. Это, ну. Есть? Ну вот он, 19-й, наконец-то. Должен быть 19-й. Тут столько сходов было. Блин, а у меня нет, это не это кочка какая-то, бровка. Тоже зачетный. О, нифига себе, 20. Это номер вообще просто, ребята, это номер. На отпуск, друзья, идет. Опа, бахнул, блин, зараза так. Это трындец, блин. Только чуть лицом щелкнул, все. Ё, на следующем забросе, да? А, сошел? Пипец, просто пипец. Да, друзья, мы уже свою норму взяли. У нас разрешено брать по 5 только на нос. Вот. Дальше мы уже начинаем ловить, либо укрупняться, либо все отпускать. То есть, ну, если будет крупнее, будем скукана снимать и там самых мелких менять. То есть норма уже выполнена, теперь ловим только в удовольствие. Но это рыбалка. Это... У меня такой рыбалки года 2, наверное, не было. Что прям такой
То есть мы на двоих 20 штук взяли, примерно при равном счете. То есть, ну, не взяли, а поймали. Половину мы отпустили. Не все, конечно, не все поклевки я стану вставлять в кадры, потому что это слишком будет длинное видео. Но поклевок просто немерено, сходов там вообще. Фу, так мы еще продолжаем ловить, мы еще домой не собираемся, потому что такие поклевки, тычки, у меня правда года два такой рыбалки не было, просто с одной точки никуда переезжать не надо, как вот я уже говорил там, что за целый день столько точек сменишь в поиске, и так, и это, и ключики, приманки, а тут на тебе, пожалуйста. У меня вся весна такой успешной не было, хотя мы на весну всегда надежды, когда более теплая погода, мы шикарно ловим судака. Вот примерно такое должно было быть 19 числа. Кто одно из прошлых видео смотрел, 19 числа я провел на воде почти 18 часов и поймал 3 судака. Так что вот так вот. Да, ребятки там бодаются капитально, смотрю. Чудо там такое. Совсем-совсем трофейное. Ну когда они его выволок? У меня уже руки устали камеру держать. За пятер, походу. Ну, сейчас взвесите, скажете. Взвесите, скажете вес. Я готов. Вот, ребят, это мамка, и ребята ее отпускают. Все как надо. Да, это торпеда, конечно, блин. Пятерочка. Ну, молодцы, молодцы, мои поздравления. Мамок надо отпускать, все правильно. Красавцы. Ну, так что так вот, Сань. Да. Так что, вот, видишь, тебе хвастаюсь вовсю. Не, вдвоем. Ну, а до второй лодки, Костя, да. Тоже дубасит, но сегодня, говорю, вообще, Сань, раздача. Так что спать ты сегодня точно не... Ой, зачетный, какой, ой, какой хороший. Ну, полторушник, да, даже больше, кило. Вот. Нет, двушки не будет, кило 700, кило 800 где-то. Так что так вот, Саня. Все в прямом эфире, камеры пишут, все ловится, так что спать сегодня ты точно не будешь. Так что я тебе по-дружески позвонил, немножко подпортит тебе настроение. Исполняю. Не по-человечески. Так о чем тебя предупреждать? О том, что тут ловится хорошо судак, я тебя предупредил. Здесь хорошо ловится судак. Вот. Ну, на веслах, на нырке, я думаю, в принципе, если с утра выйти, к вечеру догребешь. Так что нормально. На вечерку как раз. На двух, да. Ладно, Сань, все, трындеть хорош, рыба клюет, надо ловить, ё-моё, а то я с тобой бубню уже фиг знает сколько. Ладно, давай, Сань, все, будь здоров, спи, спи хорошо сегодня, сладких тебе снов. Все, давай, давай. Thank you.
Ну все, друзья, вот и пришло время заканчивать эту потрясающую рыбалку. Эта рыбалка мне одна сделала всю мою весну, сколько я не пытался, сколько я что и не пробовал, не делал. Именно такого супер-турбо-клёва я еще нигде никак не наблюдал за эту весну. Такая примерно рыбалка у меня была как минимум года два назад, наверное. Ну тут просто, ребят, ну вот реально много чего даже в кадр не попало. В общей сложности мы поймали 21 штуку на двоих примерно. Ну, Володя меня чуть-чуть опередил там на одну-две штуки. Уже мы сбились со счета кто сколько. Но, друзья, это было просто, я не знаю. Мне не передать этих впечатлений, ощущений. Поэтому все, это класс, это супер класс просто. Ну, в общем, все, друзья, нам пора мчаться в сторону дома. Как всегда, всем желаю здоровья, всем ни хвоста, ни чешуи. И до новых встреч на водоемах. Все, всем пока.